Магазин андроида, подземелья и бейсбольных карточек. Милхаус, смотри, я уделаю этого лузера. Простите, я слышал, что Спайдермен еще до кино был книжкой комиксов. Неужели это возможно? Как это можно? Не знать, что Спайдермен впервые появился еще в 20-х годах прошлого века. 12 центов! Возьму 8 на доллар. Да ты идиот! Они сейчас идут по 40 тысяч долларов! Мне надо прилечь. Что это? Рождение зауряда. Для курьера Эверимена то был обычный день. Пока... Кассир! Помогите! Грабители! Пора заурядному парню исчезнуть. Что ж, смейтесь, пока можете. Зауряд поглощает силу любого героя до комикса, о котором дотрагивается. Сила поглощения сил. Поглощай! Добрый день, господа! Заприте меня в тюрьме, Синг-Синг, там безопаснее! Вот он я, Зауряд! Ну-ка, дай мой комикс! Мне нравится! Что ты сказал? Кто-нибудь это видел? Нет. Если хоть одна копия просочится, меня высмеют в интернете. Не бойся, они ведь такие же хлюпики, как ты. Двое мои виртуалы. Ну что ж, тогда я публикуюсь. Родовец рисовал их долгие годы. Кто мог знать, что этот убогий так креативен? Типография. Блокбастер за неделю. Ну что у вас там за франшиза? Хотите оригинальную идею? Включи воображение, придумай что-нибудь, что никогда не попадало на экран, но есть чувство, будто попадало. Ладно, ну что же, поедем? Я посмотрел все фильмы, что были в Бентли. Джонатан, а что это у тебя? Поразительно. Ты не знаешь, что это? Это всего лишь Зауряд. Самый крутой комикс всех времен. На следующее лето выпускаем Зауряда. Мы все в ИББенных продакшн с вашей невероятной фэной. Из Зауряда выйдет потрясающий фильм. И к делу. Деньги меня не волнуют, но я хотел бы лично выбрать актера, который сыграет Зауряда. Невозможно. Спасибочки. Ладно, твоя взяла. Спасибочки. Идет прослушивание. Если есть преступление, которое нужно раскрыть, я буду там и раскрою его. Там было еще что-то, но у меня чернила, факсы кончились. Следующий. Но я ведь уже купил яхту в кредит на весь будущий гонорар. Давай, надо же кого-то выбрать. С меня довольны этих голливудских суперкачков. Нам нужен неуклюжий, непривлекательный болван. Настоящий Зауряд. Вы мне не поможете, надо разменять доллар. Вы нам подходите. Ну, давайте расскажем, что у кого было замечательно сегодня. Лиза. Меня выбрали на математическую олимпиаду. А вот и я. Какие-то голливудские идиоты наняли меня сниматься в кино. Обубенный продакшнс. Звездные войны 7. Повторение пройденного. Гомер, у нас проблема. Гомер, мой братишка и я показали твое фото фокус-группе. Никто не считает, что ты похож на супергероя. Некоторые из них попытались затем ослепить себя, глядя на солнце. Вам необходимо похудеть, накачаться и стать тем Зоурядом, в которого хотят превратиться все люди. Не знаю, получится ли у меня. А может, я смогу помочь? А кто вы такой? Он тренирует звезд. Вот так выглядели Брэд и Анджелина, пока я ими не занялся. Пойдем со мной. Возьми меня за руку и скажи прощай толстому себе. Прощай, толстый я. Гомер, вы знаете, почему вы едите? Потому что заедаю фрустрацию и разочарование. Итак, я дам вам более здоровую альтернативу еде. У нас не так много времени. Я сделаю это в ходе клипа под песню «Глаз тигра». Что, если я просто погуляю под медленную музыку? Нет. Или превращу дворовую команду в чемпионов штата? Нет, давайте просто промотаем месяц. Месяц спустя. 10 000 раз, 10 000 два. Готово! Я думаю, мы уничтожили розового разгильдяя. Спасибо, Зауря. Не благодарите меня. Благодарите Капитана Америку, давшего мне силу патриотизма, из-за которой я захотел спасти президента. Снято. Потрясающе. В сюжете есть несколько дыр. Если пишут 17 сценаристов, это основная проблема. Но не беспокойтесь, мы наняли еще двоих. Гомерчик, сними еще раз рубашку. Тебя стало гораздо меньше, но люблю я тебя гораздо больше.
Чудесная игра, Гумер. Я чую Оскара. Оскар, иди уже помойся или намажься кетчупом, сделай что-нибудь. Жизнь много и переменчива, но только не слава и хорошая форма. Гомер, у меня возникла другая халтурка. Помни, чему я тебя научил. Ну ты учил меня, что единственный способ остаться худым — нанять диетолога за $5000 в неделю. Я хорошо научил тебя. Прощай. Фуршет для команды. Один сырный кубик не повредит. Тут еще один сырный кубик прилип к первому. Кажется, съесть четное число сырных кубиков — плохая примета. Не смотрите на меня! Не смотрите! Эйвери, клянусь, ты единственный человек в Готэмополисе, который не видел зауряда. Ну, в одном я уверен точно. Я не зауряд. Снято. У меня нехорошее предчувствие. Наша звезда обжирается, мы вышли из бюджета. Марч, я созрел для любви. Иди и возьми меня. Кажется, ты набрал пару килограммов. Не пили меня. Магазин на скорую руку. Апу, мне нужно поскорее сбросить вес. Отчего меня стошнит? Да, вот оно. Чудесные сливки 61-го года. Только смотри, не прожевывай комочки. Где Гомер? В трейлере. Не хочет выходить? Скорее не может. Этот фильм полный пролет. И как сценарист, я требую права высказать свое мнение. Боюсь, что не выйдет. Бывшие главы студий. Сегодня предпремьерный показ. Расскажите нам, как делать нашу работу. Кажется, нас ждет облом. Ничего, мы все поправили при монтаже. Эх, зауряд, покажись. Вот он я. В половине сцен он жирный, в половине тощий. Это сбивает с толку. Как целоваться с девушкой, которая икает? Гомермен. Что случилось, приятель? Из-за уряда ты стал толстозадом. Что случилось? Ты бросил меня! Прости меня, я сожалею. Давай я все поправлю. Я натренирую тебя. Потом опять брошу, потом вернусь и натренирую. Итак, продавец комиксов — это кино полный провал. Даже оператор повесился на катушке пленки. Распусти слух, что кино хорошее, и будешь режиссером продолжения. Тебе только надо убедить свою армию интернет-заучек прийти и посмотреть кино. Продать душу за золото Голливуда или постоять за свои гордые идеалы? Это худшее кино, что я видел. Отправлено? Ну, до дна.